Обыкновенная история. Как назвать ваш поступок? Бросание из окна в канал невещественных знаков и всякой дряни и пустяков, чего не нужно держать в голове. Иван Гончаров. На повестке шума не шладошь. Если не берешь, тогда крадешь. И приводит мастер обучения к полному собранию сочинения. Пишущую братью Атош сплошь и рядом окружает ложь. Чтобы уходили сожаления к пустякам в канаты отчуждения. Мудрости не взяться ни на грош. Ты, отец, да здорово живешь. Разве что иные впечатления просятся в размер стихотворения. А вы уходите сейчас, да? Или вы только пришли? А еще не было пока.